Общественное движение «Волонтеры Победы» набирает добровольцев для организации празднования 9 мая. Конкурсный отбор пройдет в течение месяца. Лучшие отправятся в Москву, Севастополь и другие города России сопровождать парады Победы и Бессмертный полк. Александра Головина подробнее. Без тебя не обходится ни одно событие в стране. Ты был волонтером 70-летия Победы. Ты шел самым крупным бессмертным полком. Ты каждый день приближаешь нашу страну к победе. Они несут в себе историю героев и побед. Активные, молодые, красивые волонтеры. Они воплощение великого прошлого и грандиозного будущего. На них смотрят, их слушают, на них хотят быть похожими. Именно участие в бессмертном полку натолкнуло Ольгу на мысль, что добровольчество – это дело всей ее жизни. И даже в рабочей суете волонтеры тогда координировали колонны, раздавали кашу. Девушка смогла прочувствовать всю мощь единства народа и родной страны. Теперь ветераны, работники тыла для нее – настоящие друзья. Ветераны очень любят общаться с молодежью. Им необходимо это общение, даже если вот очень много сейчас социальных работников, которые помогают ветеранам. Но мы все равно приходим к ветеранам посидеть, попить чаю, расспрашивать про их жизнь, как они жили после войны. Мы общались недавно с дедушкой. Он прожил в браке с своей женой 60 лет, и у них 8 июля будет 60 лет. И вот он нам рассказывал, молодежи, как прожить счастливую семейную жизнь. Это было интересно и молодежи, и ему. Отбор добровольцев проводят по разным направлениям. Например, победители всероссийского конкурса «Послы Победы» со всех уголков страны встретятся в городах воинской славы – Москве и Севастополе, где организуют мероприятие к 9 мая. Лучшие добровольцы будут сопровождать все праздничные события, приуроченные ко дню великого праздника. Условия конкурса одно – участники должны входить в возрастную группу от 18 до 35. Впрочем, основной актив нашей республики и нашей страны как раз-таки и попадает в эти критерии. С детства моим одним из самых любимых праздников был праздник День Победы, 9 мая. Мне очень всегда нравилось выходить на улицу, слушать эти песни, в которых такие хорошие, добрые слова, очень важные для всей нашей страны, и видеть людей, встречающихся тебе, очень таких добрых, открытых, и все объединены чем-то общим, общей идеей, общей целью. В прошлом году из 2000 претендентов по всей стране отобрали только 10-ю часть. В числе счастливчиков оказались и два представителя нашей республики. Они помогали в организации главного парада России. Что касается республиканского отделения волонтеров Победы, оно вошло в тройку лучших по стране и стало лауреатом всероссийского конкурса в номинации «Лучший региональный штаб». Мы оказываем помощь не только 9 мая, мы ее оказываем всегда. Присоединяйся к нам, будь с нами. Ведь волонтеры Победы – это не просто движение, это семья единомышленников, которая бережно охраняет память Победы. Александра Головина, Дмитрий Ведерников, телеканал «Юрган», Сыктывкар.